образований Донецкой области, исходя из положения Устава Организации Объединенных Наций и целого ряда других международных документов, закрепляющих право народов на самоопределение, выражая волю многонационального народа Донецкой области, сознавая историческую ответственность за будущее Донецкой области и ее народа, уважая суверенные права всех народов и волю народов на пути их дальнейшего развития, исходя из приоритета общечеловеческих ценностей, Всеобщей декларации прав человека, других общественных международно-правовых актов, стремясь создать народное, правовое, демократическое, суверенное государство, провозглашает создание суверенного государства Донецкая Народная Республика. Донецкая Республика! Ура!